Дополнительный видеоурок по поводу DNS. Это опять же относится к нашим доменам. Настройка DNS серверов. Что это такого, я сейчас вам расскажу. Смотрите, в общем, чтобы, допустим, если вы здесь вот управление доменами входим, если вы здесь купили вот этот наш моби-магазин, то здесь все нормально. DNS сервера у вас автоматически будут привязаны к вашему сайту. Но если вы, допустим, не здесь купили на TimeWeb, на вашем хостинге, а отдельно на другом сайте, допустим, вам нужно перевести ваш домен, DNS, ввести туда DNS сервера, где можно узнать, точнее, где можно узнать данные вот этих DNS. Смотрите, сейчас это непонятно, о чем я говорю, но дальше вы поймете, что это такое. Нажимаем обратная связь. Новое обращение. Выбираем, у меня есть вопрос. Далее. Вопрос, связанный с доменным именем, адресом сайта. Выбираете, нажимаете далее. И вот, смотрите, какие DNS сервера указывать. Кликайте сюда и нажимаете. Вам дается справка, какие DNS сервера указывать. Вот они. Это те данные, которые вам нужны. Вы их выделяете правой кнопкой, копируете. Теперь смотрите. Переходите на тот сайт, на котором находится, если вы купили на другом сайте домен себе. Вот я показываю на примере nowdomain.ru. Вот, может быть, там немножко будет другая, если вы на другом каком-то купили. Другой кабинет. Вот, но здесь у меня такой. Здесь, видите, находятся мои сайты. Вот они, DNS-сервера. Так как у меня сайты тоже работают на TimeWeb, вот здесь введены, видите, TimeWeb, везде, на всех введены вот эти наши DNS-сервера. Но если вы их еще не ввели, у вас будут стоять вот эти. Вы только купили домен, и у вас будут стоять вот эти. DNS NowDomain, NowDomain. Что вам нужно сделать? Смотрите. Допустим, для теста я попробую на вот этом своем, в данный момент, не работающем сайте. Но домен делегирован за мной. Просто здесь берете. У вас будет один только стоять, только один сайт. Так как вы только купили, просто ставите на него галочку, точнее даже просто на него жмете по этой ссылке, по самому сайту. Здесь представляется информация о нем. Серверы DNS, видите, но здесь уже у меня введены те, что нужно. Ну, допустим, у вас здесь стоят другие. Нажимаете, вот вверху у вас ссылка управление DNS, нажимаете сюда. Ожидаем. Смотрите, здесь все очень просто. У вас здесь будет N2 родных сервера стоять, наудоменовских. Здесь вы просто берете их, выделяете, убираете их, стираете, в общем. И те, что мы вот здесь вот на TimeWeb выделили и скопировали, вставляете их сюда. Правой кнопкой «Вставить». Видите, здесь, обратите на это тоже внимание, видите, здесь пошла первая строка сначала, а вот эти отступили, эти пробелы нужно убрать. Убираем их, выравниваем. Как первые, так и последующие должны вот так ровно стоять, чтобы никаких проблем у вас не возникло. И нажимаете на кнопку «Отправить заявку с новыми данными». Вот она. Нажимаете сюда. Ваша заявка принята к исполнению. Все. Ну, как говорят они, в течение суток будет эти DNS-сервера делегированы, ну, в общем, переведены на TimeWeb. Но одно бывает раньше. Там, возможно, через час, через два уже домен будет работать. Пока, если вы купили домен на вот этом сайте, не на TimeWeb, он работать не будет. Где-то час-два, пока доменное имя переведут на сервера TimeWeb. В общем, простыми словами, чтобы вам было понятно, привязывается доменное имя к этому хостингу.
Ты потом это уже сделаете, когда пройдет пару часов, ну, в крайнем случае, сутки. Домен уже будет работать здесь. И еще, что вам здесь нужно будет сделать? Смотрите, нажимаете «Управление доменами». Это, конечно, немножко сложно, но все-таки это нужно знать для того, чтобы все работало правильно. «Разместить на NS-серверах» нажимаете. Домен. Сюда вводите. Вот здесь у вас ваш домен. Параметры домена. Сейчас где он тут, наш этот домен. Вот он, его адрес. И опять же, копируем. Но там у вас будет свое название. Сюда вставляем. Здесь у нас пока сайт один, поэтому оставляем основной сайт. И нажимаем «Перенести домены на NS-сервера TimeWeb». Нажали. И опять TimeWeb что-то не нравится. Попробуем так. Видите, чтобы было HTTP, двоеточие, два слэша и в конце слэш. Давайте попробуем так. Прошу прощения. Это уже я, видите. Уже немножко я подзапарился сам. .ru не нужна здесь. Здесь оставляйте только название вашего сайта, которое вы подбирали. А здесь .ru уже стоит. И просто нажимаете «Перенести домены на NS-сервера». Видите? Все. Вот наш сайт, который мы для примера выводили сюда. Вот теперь они перенесены. И теперь, когда там все перейдут до NS-сервера, здесь все у нас будет работать.